Я попрошу тебя устроиться поудобнее. Я хочу предложить тебе уделить время себе, своим вдохом и выдохом, своему собственному телу. Можно даже поприветствовать себя. И в своем собственном темпе погружаться в состояние расслабления. Так, как получается. И может быть где-то меняются ощущения или тихнут звуки. А может быть время становится как будто каким-то другим. И все вокруг замедляется и становится неважным. И я хочу предложить тебе упражнение, которое может быть очень полезным для тебя. Наверняка ты знаешь такую игрушку — матрешку. Это знаменитая русская кукла. Она состоит из нескольких кукол, одна в другой. Это игрушка, но вместе с тем это символ. Символ природы человека, различных слоев, которые есть в природе. Я прошу тебя представить в своем воображении эту матрешку, ее размер, ее цвет, ее материал. На несколько мгновений ты можешь вообразить себе, что она представляет тебя самого. В ней несколько слоев. Первый, внешний слой, представляет твою повседневную жизнь. Ты можешь подумать о своей повседневной жизни. Время твоих дней — это время твоей жизни. Как проходит день, как проходит неделя, как проходит месяц, так и проходит жизнь. Подумай о том, чем наполнены твои дни, чем наполнена твоя жизнь. Чувствуешь ли ты удовлетворение? А что хотелось бы изменить? И если бы это был последний день твоей жизни, как хочется его провести? Чем его наполнить? Позволь приходить и уходить этим мыслям и чувствам о твоей повседневной жизни. Теперь пойди глубже. Открой куклу и возьми следующую, ту, что внутри. Это уровень целей, мотивов и желаний. Ты делаешь то, что ты делаешь. Ты заполняешь свои дни тем, чем ты их заполняешь, потому что ты к чему-то стремишься, ставишь какие-то цели, чего ты хочешь достичь. И ты можешь закрыть глаза и подумать о том, что тобой движет в жизни. Что это за цели? Почему именно эти цели? Твои это цели или цели других людей? Действительно ли ты хочешь этого добиться? К чему ты хочешь прийти через 5 лет, 10 лет, 20 лет? Сейчас ты можешь подумать об этом. И теперь пойди еще глубже. Открой куклу и возьми следующую. Ту, что внутри. Это уровень установок. Установок, которые определяют твое отношение к разным сторонам жизни. Есть установки по отношению к мужчинам и женщинам. Установки по отношению к работе, к деньгам,
и другие. И самая основная установка по отношению к миру. И сейчас ты можешь закрыть глаза и подумать, какой мир для тебя. Это дружеская среда, которая помогает и поддерживает, или враждебная среда, которая препятствует и мешает. Или это нейтральная среда, как глина, из которой можно лепить что угодно. Какая твоя реальная установка по отношению к миру? А теперь пойди еще глубже. Открой куклу и возьми следующую, ту, что внутри. Это уровень родительских посланий. Тех посланий, которые отправляются неосознанно, но запечатлеваются глубоко и воздействуют на всю жизнь человека. Они могут быть позитивными, такими, которые помогают, а могут быть негативными, такими, которыми создают проблемы. И сейчас ты можешь закрыть глаза и подумать о тех сообщениях, полученных от своих родителей. И среди этих посланий могут быть те, которые мешают жизнь. И этот список таких посланий известен. Я буду перечислять их, а ты можешь наблюдать за реакциями тела. Не откликается ли оно на одно из них? Вот список таких родительских посланий. Не делай. Не будь. Не сближайся. Не будь значимым. Не будь ребенком. Не взрослей. Не добивайся успеха. Не будь собой. Не будь здоровым. Не принадлежи. И теперь пойди глубже. Открой куклу и возьми самую маленькую матрешку, ту, что внутри. И это уровень твоего истинного Я, твоего внутреннего Я, твоего духовного Я, твоей индивидуальности. И ты можешь закрыть глаза и подумать о своем внутреннем Я. И я не знаю, знаешь ли ты, что твоя индивидуальность уникальна, что за всю историю Вселенной не было и нет и не будет другого такого, как ты. И ты здесь, в этом мире, чтобы выразить свою индивидуальность, чтобы внести свою красоту в картину мира, свою ноту в музыку мира, свое прикосновение к поверхности мира. На древнем языке санскрит самая великая мудрость мира звучит так. Таттвамаси – это есть ты. Таттвамаси – это есть ты. Этот мир есть ты. Эта Вселенная есть ты. В этом мире все лучшее принадлежит тебе по праву. Потому что этот мир есть ты.
сейчас ты можешь ощутить контакт с этим истинным Я, с этой энергией существования. И глубоко внутри себя мысленно произнести простую фразу: «Как хорошо быть мной! Как хорошо быть мной!» А теперь ты будешь собирать куклу. И этот внутренний свет, эта энергия, исходящая из твоего настоящего истинного Я, может светить и при необходимости изменить содержание всех остальных слоев. Собери первую куклу, самой маленькой куклы внутри, и закрой глаза. Свет, энергия твоего истинного духовного Я освещает уровень родительских посланий и может их изменить, если это необходимо. Родители посылали свои послания, но им нет необходимости следовать. Если они были полезными, их можно принять и использовать. И если они были разрушительными, их можно отменить. Можно принять свое собственное решение, которое исходит от своей индивидуальности. Это может быть решение жить в этом мире полноценной и радостной жизнью, сближаться с другими людьми, быть значимым, быть взрослым, добиться успеха, быть собой, быть здоровым, принадлежать или что-то другое. И можно принять это прямо сейчас. И теперь собери следующую куклу и закрой глаза. Свет и энергия твоего истинного духовного Я, твоей индивидуальности, освещает уровень установок и может изменить их, если это необходимо. Основная установка, из которой протекают все остальные, это установка по отношению к миру. Какую установку ты хочешь принять для себя? Ты хочешь принять установку о том, что ты необходимая часть этого мира, что мир дружелюбен по отношению к тебе и что ты достоин самого лучшего по праву рождения? И ты можешь принять это прямо сейчас. И теперь собери следующую куклу и закрой глаза. Свет и энергия твоего истинного духовного Я, твоей индивидуальности, освещает уровень целей, мотивов, желаний и может изменить их. Чем ты хочешь руководствоваться в жизни? Какие цели действительно важны? И если бы не существовало никаких препятствий и ощущалась бы полная свобода, к каким целям хотелось бы стремиться? Ты можешь прямо сейчас их для себя определить. И теперь собери следующую куклу и закрой глаза. Свет и энергия твоего истинного духовного Я, твоей индивидуальности, освещает уровень повседневной жизни. И что меняется в твоей повседневной жизни благодаря этому свету? И что ты хочешь изменить? Ты можешь представить себе сейчас эти изменения. И пока сознание слушает мой голос, бессознательное выполняет всю работу, которая должна быть выполнена
прямо сейчас. И сейчас ты можешь воспользоваться всем этим так, как это необходимо. Возможно, не зная на уровне сознания, как именно ты это делаешь. И когда подсознание воспользуется всем этим так, как тебе необходимо, ты можешь начинать возвращаться в своем собственном темпе. И когда ты полностью подготовишься, ты можешь сделать глубокий вдох, потянуться, открыть глаза, вернуться полностью присутствующим здесь и сейчас. И я не знаю, что может быть для тебя изменится восприятие окружающего мира или себя, или мира в себе, или себя в мире, или наоборот.